Всем привет, с вами Семен, а это Half-Life 2, эпизод номер 2, мы продолжаем проходить эту игру. Мы в прошлой... Чё ты мигаешься, не мигай мне. В прошлой серии нашли машину, и теперь нам нужно как-то проехать. Я примерно предполагаю, как нужно это сделать, естественно, не падая. Не падая ниоткуда, наверное, вот так, да? Хер, его пойми. Раз... Мать твою, давай же на меня все упади! Ой, так меня еще и ранило, ни хреново! Ты алло, верни мне хпшку там, разота! А так и должно быть! А я теперь хер как туда попаду, да? Так, ну-ка, еще раз. Подожди. Вот. Насмерть. Походу, мне не надо было туда идти. Я по своей глупости туда пошел. Наверное, нужно... Вот а куда тогда? А, по той стороне. Хитрить его налево. Опа. А я хер допрыгну. А, нет, я допрыгнул. Беги, 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 беги! Нужно успеть, я понял. А все ломается к херам. Так надо или нет? Чего? Что делать-то? Иди отсюда, волшанка. Ты убегаешь-то? Что нужно сделать-то? Ладно, хер семья. Пошли пока без всякой машины. Я же растирачу здесь. Оп, смотри-ка. Раз. А, да! Ни хрена себе! Чё, здесь, да? Да, окей, здесь. Ты чё? Делай-то теперь. А. Нелогично. Вот сюда. Туда же лестница есть, которая ведет сюда. А куда дальше-то? Я что, взлететь на этой машине должен или чего? Я начинаю прыгать, меня начинают убивать. Погоди, а куда все это нахер свалилось-то? Туда. А что там у меня есть какой-то путь? Куда-то. Чего? Это кто? Ты, бляха-муха, не писал мне 20 лет, начал писать, подожди пока. Прикинь. Так, я немного не понимаю. Что делать-то надо? Ну-ка, поехали. Ну-ка. Ядрить! Ага. Хрена себе. Классно. Охереть не встать. Может, нужно... А! Да? Или нет? Не, погоди, даже если... Шахта Победы, окей. Даже если ехать, то куда? Что? А, бляха, я думал, это рисунок, что делать надо. Даже если ехать здесь... То ехать же куда-то, а куда ехать я не знаю. Вопрос. Короче, это немыслимая дичь. И мы опять занимаемся хренью. Занимаемся весами, но, бляха, с мостом. С мостом! Это капец. Я, типа, у меня были какие-то мыслишки, но, ну, не совсем же мы...
головой-то поехали, ну как же это так-то, ядрить твою? Ну как же это так-то, в конце это ж концов. Это же не может быть так, а это так. Нужно просто, короче, все машинки, и то ли я так и до сих пор не понял, как толком это нужно делать, но... Наверное, как-то вот нужно это дело пошло вон. И это опять весы? Что это, перевес? Недовес? Да уйди отсюда! Ну? И кто, и где, и как? Это капец, короче, я охерел, когда это увидел. Ну? Охереть, мы сыграли в весы. Опять мутки с эти всякие... Я ж на монитор хоркнул. Вот! Это бред же, ну бред! Это же действительно бред, это же бредятина! Мы занимаемся... Мы вот весы, перевески, всякая вот эта прочая херня. Не типа... Не с мостиками, которые, бляха, меньше, чем мой палец, на который мы встаем, перебегаем, а с мостом, блядь, с грузовым мостом. Ну, в смысле, с мостом. Охереть не встать, охереть не встать. Поехали, давай. Это мой байк, все дела, я на нем езжу. О, гоняю так. Видал, что творю? Шумахер, все дела. Куда деваться, не знаю прям. О, как ровно! О-хо-хо-хо-хо! Ты видал? Прям тютелька в тютельку, прям ровно-ровно! О, ты, конечно, видал, лох, ты припарковался, ну так как бы я. В смысле, вот это как бы я сделал. Ну, мастер, чё, ничего не скажешь, мастер. Так. Здесь нужен Вартигонт. Или как их там, Вартигон же, да, вроде? Как бы нам открыть эту дверь? О! Здравствуйте! Стоит ядрить. Так, тут есть лестница. Здравствуйте. Чё? Заходите. Как же легко, охереть не стоит. Куда ты, блин, поднимаешь? Да уйди отсюда! Ты просто каскадёр. Да хер его пойми, я прикинь, я, короче, перевешивал мост. Все, машина вот идеально припаркованная, прыгайте. Боже мой. Что? Только взгляни. Как крутой, да. Вот это удача. Ты можешь... Винтовка! Какая винтовка? Если тебе, конечно, не нужно. Боюсь, более срочные дела требуют нашего вмешательства. Мы ощущаем присутствие... А чего он говорит? Советников? Хера себе. Непременно уничтожим. Да мы на машине ядрить твою. Рощу, но берегитесь, не вам одним известно о ней. Да мы знаем, тебе тоже известно о ней, так что мы на тебя подумаем. Как тебя благодарить? Мы поступаем так, как велит наша природа, и не требуем благодарности. Поцеловала его, что ли? Засмущался. Засмущался. Такой, да, ворот открывай, дрить свой налево. Поехали. Это идеально припаркованная машина, не твоего водителя. Давай пока! Прощайте. Давай пока. Извини, что тебя не дослушал. Загрузку смотрим, окей. Засмущался и убежал. Так, Space тормоз-то, я на S нажимаю. Окей, ладно, Space так Space. Окей, окей. Ой, давай еще так вооруженный на дороге. Хорошо. Хера, мотор ревет. Мотор ревет, мотор прет, все дела. Я так и знала, что прямых коротких... В завал! На! Ох, ядрить твою! Я думал, там есть проход, спокойно. Так, придется искать обход. Ходи. Я подожду тут. Жди, стой. Жди, стой. Так, это крабы. Вылазим. Нет? Так, я очень сильно боюсь тут ходить без машины. Все очень дело, очень плохо закончится.
Пока вроде дорога ничего так. Правда, лужи всякая, проще параша. Ну, дорога вроде есть, ладно. Поехали. Не будем сильно долго ходить тут, расхаживать. Сразу вот что-то нашли похоже на дорогу и давай. Если что, потом опять же остановимся и пойдем еще искать. Ну что же, чтобы еще типа плюс то, чтобы мне не бегать потом по 25 раз за машиной. Хер пойми куда. А хер, ну ты видал? Ну ты видал прям тачка? Поехали. Держись! За рулем профессионал не боись! Опа! Звуки столкновения. Какие звуки столкновения-то, не бубни мне. По лужам только так гоняем. Так, что нам, куда? Да не боись, Алекс, профессионалы за рулем. Ага, сюда. Что нам нужно? Если она не сломана, мы сможем предупредить ученых в Белой Роще. Они не подозревают, что на них движется комбайны. Ну и мы еще. Блин, что-то прямо очень гладко все идет. Не может быть все гладко так. В Half-Life не может быть так все гладко. Видал, что творим? Опа, мастера вождения! Никого нет. Интересно, как давно этот лагерь пустует? Мастера вождения в деле! В здании должен быть передатчик. И чё? Чё, передатчик пойдем искать? Пойдем. Сейчас как-то больно тихо. Больно тихо, но тогда ничуть не херовей. Ничуть не лучше, то есть. Наоборот, намного все херовей. В здании. Тут от здания это одно слово. Боезапас полон. Ты когда такой последний раз видел-то? Сможешь сломать по-любому. Нельзя? Вот, я сломал же, говорю тебе, сломал. Что здесь еще можно сломать? Подожди. Это же все по-любому можно отломать. Вот. Нельзя? Хер с ним, ладно. А, может вот так, смотри-ка. Да, Алекс, уйди. Да, Алекс, уйди, ё-моё! Да что ж такое-то? Встала и смотрит. Ну-ка, смотри-ка. Раз! Вот так-то. Профессионалы в деле. Блин, тут была ближе бочка. Раз! Нет? Не понял. В смысле, реально нет? Ну-ка, сюда. Ай! Больно. Блин, походу нет. Подожди, а может тут есть другой способ туда попасть? Конечно! Конечно же есть. Я постою на страже, а ты посмотри, что внутри. Ну, естественно, как обычно. Так, хпшка пустила. Ой. Ой, а что там стало-то? Так, ну я вроде что-то нашел, он там вон снизу. Пойдем. Ой, блин, знал бы я, много времени быть на это не тратил. Че, запитал? Вынь пока. Так. Ага. Ой, головоломки начались, а! Свали. А, так, раз. Она что, сильно короткая, что ли? Как не может быть такого? Она реально сильно короткая. Тянись. Нет, не тянется, прикинь. Так, да что, так мы сами их поменяем. Поехали. Это раз. Это два. Пошли. Вот так вот. Вот.
Тут у нас не. У нас провод неисправен. Мне током шваркнуло. Естественно, шваркнуло. Ну-ка! А это что тогда такое? Они же одинаковые, да? Эй, алло, ты там вроде в электронике разбираешься? Иди сделай что-нибудь. Ага. Да, нихера себе. О! Да ты тут кто тебя ранил, если что? Да что я по нему постарел уже? Подняк метаться. Я сяду, тихо. Он уже у двери. Сейчас они получат по заслугам. Их можно убить, да? Больше они не застанут меня по слугам. Вот именно, спокойно. Ну уж нет. Хера. О, нихера себе, они снимают скрипачку, только пух. Хера как жахает. Они разнесли всю дверь, хера. И хочу убить там реально, нет? Ой-о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 й! Их убить-то реально или чё? О, убей одного! Я бы после скажу, что нахерачу тогда. Вот и готово. Естественно, по силам. Блин, а куда все патроны доделись? Твою ж мать! Ладно, на тебе жахнуть. Никогда я не пользовался. Только по стенкам по ним стрелял, и все, надо. Вот и готово. Да-да-да-дан. По крайней мере, я на это надеюсь. Кого ты на это надеешься? Вот снова они. Ой-ой-ой-ой, а все звездок, все звездок! А где ты, пиздец, давай спина к спине, поехали! Боюсь только в спуть! Кто? А что ты двое по мне побежали? Как это концов, что дичь-то? Я из пустого стреляю! На-ка! Бразота! Я из двух столов сразу стреляю! Ого! Вздох облегчения! Ехать дальше. Видимо, давай, окей. Разведотряд? Сейчас... Охеренно дерется ваш разведотряд, хочу я вам сказать. Сигнал слабоват. Ничего, была не была. Давай. Белая роща, ответьте. Белая роща, вы меня слышите? Белая роща. Говорит Белая роща, назовите себя. Это говорит Алекс. Алекс Вэнс, где вы? Мы в Белой Роще. Часов, как должны быть. Нас задержали. Или где мы, хер пойми. Всю серьезность положения. Да, осознаем мы все. Тебя в руках зависит. Я знаю, но послушайте. К вам движутся комбайны. Ну, вы движетесь к нам? Да, давно. Нет, правы. Не что? Мы. Как ты сказала? Комбайны. Будьте готовы дать отпор. Что? Как? Вот беда. Да вот так вот и все. Не уверена, расслышал он или нет. Да он не услышал. Вот я ему пульку послал, он должен все понять. Я открою ворота. Сейчас опять эти, как они там, мандайны, как они, хер пойми, короче, кто на летят. Так, патроны к винтовке неплохо. Сейчас бы ушли без патронов. Где машина-то еще наша? А, вон она. Идеальная машина, правда, но намного лучше, чем та, которая была у нас когда-то. Была же у нас, да? Прыгай в машину быстрей! Ты куда? Поехали! Да я еду. Может, чуть дальше получится вернуться на трассу. Кто? Чего? Окей. Так. Куда ты там открыла ворота? Чуть не пойму. Так, нам обратно или куда? А пошли, а куда нам ехать-то надо? Хера, какой здесь shift? Куда надо ехать? Подожди, давай, чтобы у нас не было потом каких-то вариантов других, еще я проверю все там. А, ну вот нам сюда, окей. Да, поехали. А, тут ворота еще. Давай вернемся в поселок и посмотрим, куда выведет дорога. Какой поселок?
Я хер пойми, куда мы и откуда, если честно. А, бляха, все-таки туда надо было. Твою мать. Ладно, поехали, окей. Ну так надо, это меня Алекс еще спутало. Я не виноват. На шифте. Воу, спакуха. Хера себе, прикинь, елку, топ, опа, опа, опа. И все дела, и всяка жопа, спокойно. Так, оттуда приехали, едем в противоположные ворота, короче. Ты видал, что я творю на этой машине? Так, да, да, и вот. Ух-ух-ух. Так, да, вот там туда, окей, все, поехали. Я не отрицаю, что нужно, я не шел какой-то лут. Вот, естественно, его уже увидел, звук столкновения. Да выйди из машины-то, ё-моё, на все кнопки нажал, на F и на G сразу же. А, полон боезапас, окей. Садись, я за патронами вышел. Ты куда? А ничего, чтобы оттуда можно было сесть без всяких этих выебонов. Ну, в какой поселок он собрался возвращаться? Поселок, точно, ё-моё. Какие... Ты обо что там столкнулась-то? Алло, я ни обо что не сталкивался. Куда едем? Хер пойми. Ага, окей, загрузка. Хорошо. Загрузка как раз, когда мы уже практически вот съехали с обрыва и чуть не разбились. Хорошо. Тут, кстати, есть компас, ни хера себе. Компас и... А, нет, спид... Йоу, ядрить, тварь! Я тебе говорю, нельзя такие моменты загрузки вставлять. Да и я бы хотел в это верить. Тут кто-то здесь разбился он. Смотри, это же шлюпка советника. Тогда в цитадели, когда мы увидели их. Да? Что тебе надо с ними сделать? Ехать дальше? Что ты меня смотришь? Что не смотри на меня? А, поселок. Че, остановимся? Нет здесь? Мало ли патроны? Ой! Меня штырит! Что? Что это было? Не знаю, мы сегодня что-то сожрали не то. Да что ж такое-то? Где-то здесь. Кто они-то? Хура начался или чего? Их как страшно, пойдем. Все, короче, мы под лестницами спрячемся. При случае. Так, не понял. В смысле, а как это? Вот и наш советник. Ядрить твою, так их убили всех. А кто? Вот говорил, их надо убивать, пока они не вылупились. Вот и... Что это? Как их убьешь-то? Ага, система жизнеобеспечения. Что скажешь, Горд? Перекроем ему кислород? Прости, но так надо. Надавить ему на что-то надо? Давай, перекрывай. Попробую открыть. Кого открыть? Зачем открывать-то? Ты же сказал, перекрыть надо. А, я думал, втягивать. Ой-ой-ой! Опять Алекс, короче, бахнули! Чё нет-то? Звездон, эта херня вылупилась! Пни бочку, прямо ей врыло! Хера тебе способность. Фу, она нас обоссала, по-моему.
Вот на нем сконцентрирован. Да, я пока что-нибудь сделаю. С дробовика я пальну как. Личинки этой. Она жрет так херна себе. О, нормально! Во, работает! Фу, кошмар какой! Давай, я оторву эту дичь! О-о-о! Во, нормально! И ногой, и гордо давай еще! Фу, она на меня прямо сейчас вылетит! Смотри-ка, сейчас там прямо на меня упадет! Пошла вон отсюда, личинка летающая! Ты нормально там, нет? Все нормально, если разобрался! Боже мой! Раз-раз, я выпизнул ее в открытое небо! Гордон! Че? Слава богу, ты жив! Нормально я ее отхерачил! Ему было больно, ты видел? Я видел! Страшно представить, что бы оно сделало, если бы... Она язык свой высунула, я был готов уже его выдернуть! Кажется, оно послало трусы! Кто-то идет! Твою мать! Уровень угрозы максимальный! Найти и ликвидировать! У нас же есть супер эти! На-ка! Я нормально им никогда не пользовался. Арбалет! Бляха! Да пожалуйста, я тебе чуть ли ничего не сделал. Вернемся к машине. Пойдем, пойдем, пойдем. Тихо, мне надо перезарядиться. Тарарам, тарарарара. О, патрон дробовика неплохо. Тарарам, тар. Ну, по-любому что-то еще будет. Если этому прибежали. Охерен, 20 выстрелов в него попадания. То есть 10. Что такое-то? Ай! Больно так-то! Братик! А что это так слепить-то жестко? По мне есть пулемет, охерачит. Если завод пеняй слепит. Ой! Еще есть дебилы прилетели. В смысле, как так-то? Они свалим отсюда! Алекс, садись! Чекай! Ты села? Хер-то там села она! Ай! Алекс, садись! Алекс, ядрить твою, меня убьют сейчас! Куда ты без меня? Да давай садись быстрей! Поехали! Поехали отсюда! Бляха, еще бы выехать отсюда! Я сбил, короче, этого дебила на машине. Ой, там еще есть зомби, херомби, звездон, забор, хером, поехали. Вот, блин, нам, короче, палят только в путь. Ой, прыгучий дебил. Оп, патроны тут хватаю. И мины собираю, естественно, конечно, да. Ну еще бы. Нужно, короче, перед вертолетом. Ну естественно! Да спокойно, Алекс, не бубни мне. Да как тут выйдешь? Поездов, короче, миллиард. Сохраняйся быстрее, давай. Опа! Опа, до свидания! До свидас! До свидас! Все нормально, выехали мы. Алекс, что ты боялась-то все вечно? Нормально, профессионалы за рулем. За рулем профессионалы, значит, идут в аналы, понятно? Что еще? Ну, естественно, как же мы закончим-то на этом? Еще прыгучие дебилы. Поехали! Да уже все, приехали, походу. Вон опять везун хоть творится. А я застрял, все, приехали. Они не приехали еще. Чем поедем, окей. А ты не собрал патроны. 83 хп. Ой! На нас паук прыгнул! Алекс, убей его! Есть! На жопе 6! Опять раком батл! Рентон Дэй, нормально ездим! Опа! Скатил чуть, ну да ладно. Сейчас забьем этого дебила. Оп, на шифте! Есть. На жопе, смотрите, нас мина ударила. Опа, опа, маневрируем. Ты видал? Мина даже не успевает до нас долететь.
Да ты смотри, что я творю на этой машине! Вот черт! Похоже, надо бросать машину. Какая хорошая машина была, а, твою мать! Сюда. Алекс, что ты там встал, взорвется сейчас, керам. Бля, какая же была хорошая тачка. Может, вы поможете от нее избавиться? Давай, чем может избавиться, я избавлюсь. Сбейте его! Мечем! Вот я! Подожди, а мне чем сбить-то его? Твою мать, чё и мина. Здравствуйте, пожалуйста. Их, а мне сбивать-то его чем? Ты чё, всё уже? Она кончилась, я понял. Чей чёрт, окей, чей чёрт. Так, ну как-то разбить, окей, я понял. Как Киру пойми. Ха! Я ее разбил, прикинь. Гордон, я нашла запас медикаментов. Молодец! Найди мне еще, пожалуйста. Ой. Спасибо. Да блях, еще эти мины херовы. Так, дайте мне быстрее гранатомет. Чего беречься-то? Фу. Вчера там такой хрени не видел. Нормально, сотку вошел. Даже еще осталось. Так, а вы мне уж подскажете, из чего мне с ней сражаться-то? Или понять, прямо из автомата надо палить. Это же это дебилизм. Че, реально, что ли, из автоматов? А, нет, не из автоматов, я понял. Как туда-то попасть, кто его знает. Ой, все, звездон. Пушка его, где я ее заберу? Где его пушка? Алло? Она же где-то здесь. Или нет? Или должна? Хер его знает, честно. Ай. Ё-моё. Уж так палят дико, капец какой-то. Ты застрял? Ой, я все, по-моему, я... А, нет, не все. Так, подожди-ка, а реально из всего мне палить по нему? Ну не может быть такого, то что... Из автомата, это ж бред. Это же реально бредятина. Ой, а может минами, кстати? Где он? На-ка. Не, может реально типа минами, потому что у меня нету гранатомета. Блять. Да что ж такое-то? Блин, кстати, я не отрицаю. А, да, реально! Трехочковый. Бляха, убила парня. Минус брасы быстрее, мразота. На-ка! Ай-яй-яй-яй-яй! Да подохни уже! Чувак, посейгу, на я тебя убью сейчас. Ой, дождь пошел из мин из этих. Ну, это тебя и убьет, мразь. Ай! Там в руках взорвалась. Ай-яй-яй-яй! Дай еще мину, падла!
Это твоя последняя бразота. Бог, магистр. Да падай уже. Куда? Зачем? Хранить. Рады вам, ребята. Не да вот именно, здорово. Ха, здорово. Естественно. Ты заширял их собственными минами. Да, потому что мне, если бы стрелять, вы меня оружие не дали. Я бы сейчас помочил горло. Присоединитесь. Нам надо ехать дальше, но двигатель мертв. У тебя нет чем его починить? А что, мы сами что ли будем? Или починить? Ты умеешь? У тебя электрошокер есть. Да у нас тут целая мастерская. Идемте, я вам помогу. Один жах и все. Открывай. Фонарь у меня включен. Нахрена, хер его пойми. Ну и чё? Мастерская от пустой комнаты, знаешь, отличается, если честно. С полкой. На которой нет ни хрена. Окей. На радаре. Окей. На радаре, так на радаре. Открывай! Хрена себе! Модернизация, ядрить твою! Вот это уже охерел! А вот это вряд ли. Слышите стрельбу? Автоматически поставляли припасы Белой Рощи, но пару дней назад комбайны перекрыли кислород. Кому? Тут там зомби еще? Вы зомби живете, что ли? Он матерят, где я, брат? Может, я починю машину, а ты расчистишь нам дорогу? Естественно, блин! Их притормозили зомби, бредущие из CD-17. Но вскоре комбайны окажутся здесь. Это только вопрос времени. Если ты готов нам помочь, мы покажем тебе короткую дорогу. Да естественно! Я всегда готов. Да, Гордон? Да естественно! Здесь что ж делать-то? Здесь есть который выведет тебя на ту сторону. У тебя будет шанс ликвидировать пулемет до того, как он засечет тебя и откроет огонь. Хера себе, это что такое? Я думаю, это реактивная ранец, ни хрена себе. Так, ну давай, окей. Если что, этот пулемет, он у меня он уже сдох, если что. Удачи с этим пулеметом. Если что, он уже сдох. Так что можешь не переживать. Если что, он уже сдох. Но если что, будет только в следующей серии. Все, если вам понравилось это видео, то можете подписаться на другие мои ролики. В описании ссылки на все плейлисты прохождения игр и на рубрики. Там же есть ссылки на все мои соцсети, а также написано расписание выхода роликов. Не забывайте ставить лайки и писать комментарии, а также нажать на колокольчик. Всем пока!